Это первое, самое близкое и привычное для нас – это Россия. Мы вроде как всегда можем зайти к другу-соседу и без стука, но в последнее время эта дверь открывается не внутрь, а наружу. И чтобы войти, нужно сперва сделать шаг назад. По крайней мере, в экономике. Мы же этого соседа всегда готовы выручить. Поделиться солью, накормить, если с этим есть сложности. Мы даже готовы дать ему ключи от наших автомобилей. Не на совсем, а покататься, если очень хочется. Сосед этот нравится нам своей энергичностью, но энергия эта порой идет вместе с ревностью к другим соседям. Да, с ним хорошо и весело, но если сосед грустит, что делать нам?